Добрый день, уважаемые друзья и подписчики. С вами я, Мороз Алексей, компания «Укрмонтаж». Сегодня видео пойдет об ошибках кровельно-монтажных работ, о некачестве материала, который я вам сегодня покажу и расскажу. И будет даже небольшое объявление из серии «Господа халява». Можем даже подогнать вам материал, водосточную систему. Ее очень много. Она здесь идет хозяину, не нужна на выброс. Но это я попозже. Значит, смотрите, залез я на крышу. Крыша здесь коттедж в поселке Жостово. Крыша довольно-таки большая. Смотрите на качество нашей металлочерепицы. Вот вы видите. Это, ребята, покрытие, видите, пластизол. Вот она. Вся. Вы можете видеть дальше. Качество. И почему-то именно этот скат. А я нам объяснили, почему. Потому что это вот, видите, по кирпичу. Сначала был основной дом, а это была открытая зона. Потом клиент это пристроил, все тоже накрыл крышей. Уже другие люди строили. И, в общем, пошла сюда другая черепица, другого качества. Это мы ее будем менять. 100%. Значит, и наши работы связаны с полной заменой водосточной системы. Значит, вот видите, на гвоздики забиты и так далее. Всю водосточку по кругу и трубы водосточные мы будем менять. Так, что тут у нас? Пластмо. Значит, ребята, объявление. Вот эти водосточные желоба, они на выброс. Это в Московской области, поселок Жостово. Здесь их много, порядка 70 метров погонных водосточки. Она вся с комплектующими. Крюки, видите, идут. Вот, вот такого макара. Трубы водосточные, колено. Ну, полный комплект заглушки. Она, в принципе, нормальная. А я отдам ее вам даром, если вы привезете, самовывозом заберете. Можете написать в комментариях. В принципе, вполне приемлемый вариант, дачный вариант, так сказать. Хватит на дом и баню, поверьте мне. Если вам нужно, пишите в комментах, я вам скажу, куда приехать и забрать. Я думаю, что это объявление будет действительно в течение недели. Если будущий хозяин этих желобов не появится, мы их выбросим. Ладно, значит, мы на этом объекте будем менять водосточную систему, потому что нареканий, ну, она не профессионально намонтирована, вы видите, да, текут все стыки. Вот при хороших руках это, поверьте, можно сделать, она еще послужит. Но мы здесь будем ставить металлическую, и вот этот два ската этой кровли некачественной будем менять. Еще об ошибках. Вот я поднялся, здесь какая-то тоже пристройка есть. Олег, ручку помаши. Да. Значит, смотрите, очень маленький наклон кровли, уклон. Здесь буквально 5 градусов. Сразу хочу сказать, что металлочерепицу на такие углы не ставить. Ее критический угол 15-17 градусов. И то, если скат затяжной, то этот угол еще увеличивать нужно. Вот могу вам продемонстрировать. Видите, стоит вода. Я сейчас обязательно спрошу у клиента, не протекает ли дымоход. У меня такое подозрение, что дымоход этот обязательно их мучает. Тут он намазано, куча всего. Вода стоит. Вот он, видимо, крошится. Потому что зимой тут по-любому невероятные глыбы за ним. И снег. Ну, конечно, здесь бы я бы сделал фальцевую кровлю. Здесь для фальцевой кровли удачный, самый оптимальный вариант. Мы только сегодня заехали, видите, привезли металлочерепицу. Я заказал по всей длине на скаты. Вот. Леса. Так, сейчас мы посмотрим. М28, CSIB завод, 0,5 толщина, цинка 275. Гарантия 15 лет. 3.09.16. Здрасте. Здрасте. А я хотел спросить, у вас там каминная труба, она не течет? Вроде подтекает, видно по потеку.
Вот это вот, да? А это что у вас, грунтовкой, да? Да, вот это грунт. Ходить нельзя, да? Вот это потеки, да, я смотрю сейчас. Да, да, да. А клиент что говорит? Не беспокоит его труба? Да? А они ничего не сказали, в принципе. Ну, как бы у нас подозрение было на это, что типа надо очистить камень. Ну, а видно, что здесь потолка что-то где-то протекает. Ну да, все признаки там потеки есть. Ну ладненько. Хорошо. Еще один момент, дорогие друзья. Вот смотрите, сорвало снегосдержание вот с этого участка. И в принципе снегосдержание сделаны одной рукой, это понятно. Но хочу рассказать причину. Вот выгнало как. Видите, повело. Вот. Потому что закручивали обычными саморезами. И вот видите, кровельными, что с ними? Просто срезает снегом от нагрузки глыба, срезает шляпки, они вылетают. Говорили, ставили тут непрофессионалы, использовали. Конечно, это самое легко для металлочерепицы, саморез быстренько закрутить и готово. Но на самом деле в комплекте идут помассивнее болты, глухари. И на этом доме все снегосдержания вот закручены этим. Пока вот слетела одна секция, но, конечно, лучше сделать замену это все. Это мы клиенту все объясним, покажем. Хотя снегосдержание, в принципе, нормальное. Это овальные они, в принципе, они снеговую нагрузку должны выдерживать. Вот такие дела. Итак, пока, надеюсь, наше видео было интересно, познавательно. Пишите в комментариях, желоба вас ждут, кому нужны. Забирайте. Пока. С вами был Кровмонтаж и я, Мороз Алексей.